Всем привет. Если вы смотрите это видео, значит, вы тоже решили попробовать заработать на партнерской программе EPN. Ну, первое, что могу сказать, это подписывайтесь на канал, будет много интересной информации. А теперь приступим к делу. Значит, что я могу сказать? Я пользуюсь этой программой достаточно недавно, но уже получил много положительных эмоций, плюс читал много отзывов по этой партнерке, и мне она очень нравится. Хочу порекомендовать вам также попробовать воспользоваться ей. Что для этого нужно? Первым делом вам нужно зарегистрироваться. Ссылочка для регистрации будет под видео. Значит, после этого вы заходите на сайт и нажимаете вход. Здесь вы вписываете свои учетные данные, под которыми вы зарегистрировались, и заходите в саму партнерку. Вы оказываетесь на главной странице статистики. Здесь отображается информация о том, кто, как и когда переходил по ссылкам, сколько потратил и сколько получите вы. Теперь по порядку. Каким образом можно заработать на партнерской программе? Есть как минимум три способа. Теперь расскажу о каждом способе поподробнее. Начну с способа привлечения рефералов. Значит, в инструментах вы найдете такой раздел, как привлечение рефералов. Заходите туда и видите реферальные ссылки. Здесь можно прочитать всю информацию. Значит, вот эта вот часть — это реферальные ссылки для EPN, то есть для партнерки. 5% дохода от суммы заработка, привлеченного вебмастера. То есть вы, в общем-то, размещаете вот эту ссылку, либо вот эту. И если человек по ней регистрируется, то он становится вашим рефералом. Дальше есть, ну, обычные рефералы, то есть кэшбэковские. Для этого есть вот этот раздел, он побольше, потому что тут, соответственно, более интересные условия, и это более распространенный способ. Значит, вы размещаете любую из этих ссылок, то есть вот на главную страницу, например, либо на промо-ленд акции, значит, либо вот на браузерные плагины, мобильное приложение и так далее. Вот тут есть достаточно много ссылок. Реферальная ссылка на ленд двойного кэшбэка уже, к сожалению, не актуальна, но он до сих пор работает. И вы внизу здесь можете видеть количество ваших рефералов. Вот у меня, например, 3 реферала. Соответственно, я захожу и вижу всю информацию по ним, вот за текущий период, кто сколько, грубо говоря, кто насколько купил и сколько я от них получу. Но это ожидаемый доход, то есть после того, как реферал подтвердит или получит эти деньги, у меня эта сумма перейдет в обычную графу доход, и здесь наверху она, кажется, не в скобках, а вот в этот, где сейчас 16 центов, это то, что я могу сейчас вывести, а в скобках это то, что ожидаемый доход. Дальше. Теперь, значит, с рефералами все понятно. Теперь расскажу про первый способ заработка. Это создание реферальных ссылок. Не реферальных, а создание партнерских ссылок. Есть такой раздел «Партнерская ссылка». Значит, мы заходим сюда. И здесь видим
вот такой вот интерфейс создания партнерской ссылки. И здесь внизу актуальные партнерские ссылки. Вот я брелок там, шагомер, это все делал буквально сегодня. Как это все работает? Значит, первым делом вы на сайте AliExpress находите то, что, на что хотите выдать ссылку. Ну, не знаю, куда угодно, вот сейчас тыкну. Продемонстрируем, как это работает. Вот, например, вот такую вот штуку мы хотим прорекламировать. Призвать людей купить это. И получить, например, с этого кэшбэк, либо просто купить. Значит, вот вы берете ссылочку сверху, копируете ее, переходите в личный кабинет. Здесь ссылка на любую страницу AliExpress. Сюда вставляете эту ссылочку. Значит, здесь ничего не меняется. То есть мы конкретно сейчас говорим о ссылке на AliExpress. Возможно, тут еще с Озоном, с Асосом, Бенгудом и значит, Гирбестом работать. Но я работаю только с AliExpress. И дальше здесь вы название придумываете. Ну, тут что изобретать, например, нагрудник назовем его. Дальше вы можете нажать создать, ссылочка создастся, можете вот здесь вот галочку поставить использовать для привлечения пользователей кэшбэк. И сверху вот здесь человек перейдет, и здесь появится вот. Ну, давайте покажу два варианта. То есть без галочки создадим эту ссылочку. И вторую ссылочку создадим с галкой. Покажу вам разницу. Огрудник 2 обзову. Значит, вот сейчас создастся вторая ссылка. Я все это вам продемонстрирую. Вот, значит, первая ссылка на грудник, значит, тип ссылка, целевая страница тут указана, но она укорочена, чтобы не мешала, она длинная. Клики, сколько раз на него было кликнуто. Здесь в настройках можно поставить галочку, чтобы показывать при редиректе текст. Можно удалить, и соответственно вот сама вот эта вот кнопочка получить партнерскую ссылку. То есть мы нажимаем получить, вот эта ссылочка, она достаточно длинная, более интересно будет сократить. То есть мы нажимаем ножницы сократить и получаем вот такие коротенькие ссылочки с двух видов: Godby и ali.pub. После этого вот можно взять вот так видели, скопировать, либо вот нажать эту кнопочку копировать. Буфер обмена тут, оно копируется. И, значит, мы открываем, переходим по этой ссылке. Вот у нас перемещает на эту же страницу. То есть ничего нового, страница наверху вот открылась, это самое. Но при этом получилось так, что человек зашел по вашей ссылке, соответственно, он будет, кэшбэк будет начисляться именно вам. И здесь, если обновить страничку, мы сейчас должны увидеть циферку 1. То, что один переход по ссылке уже осуществился. Ну, не сразу обновляется, через какое-то время. Значит, получаем вторую ссылку. Тоже можно ее сократить. Копировать и открываем, значит, ее отдельное окошко, и мы видим, в чем разница. То есть здесь сверху появляется вот такая вот рекламка, что возвращает 18% когда покупки, и при переходе купить с кэшбэком человек переходит, значит, на EPN, может зарегистрироваться и становится он вашим рефералом при этом. Значит, кроме этого, если человек, например, переходит по этой ссылке, но не покупает этот товар, а продолжает ходить, вот он, например, идет, смотрит здесь, вот ему что-то другое понравилось, он перешел, значит, и купил, например, вот этот товар, то в этом случае все равно 5-8,5% от этой суммы перечисляется вам. Но
при условии, что он не закрыл браузер и не открыл по новой этот товар, но уже без вашей ссылки. В этом случае вам ничего не начислится. Значит, сейчас вот еще раз обновлю страничку. Там просто обновление происходит не моментально, там раз в какое-то время информация поступает. Вот, пожалуйста, видим и здесь один клик, и здесь один клик. И можно посмотреть статистики. То есть мы сейчас заходим... Вот есть реферальная статистика, есть общая статистика. То есть мы можем посмотреть, сколько и чего у нас кликали, кто чего покупал. Ну, тут, соответственно, вся в основном моя статистика, то, что вот я размещаю ссылки. Значит, что касательно этой статистики, что мы здесь можем увидеть? Значит, в данном случае, например, за сегодняшний день, если бы что-то кто-то купил, и я бы что-то получил, то я бы при переходе вот на сюда увидел бы какие-нибудь суммы. Но так как никто ничего не купил, а просто ходили и смотрели, соответственно, я вижу просто, ну, как бы нули. Значит, что мы здесь видим? Здесь видим дату сегодняшнюю, значит, клики. Это было совершено 2 клика по моим ссылкам. И хосты 1. Что это значит? Это значит, один человек по 2 ссылочкам прошел сегодня. Соответственно, здесь я вижу нули, то есть никто ничего не купил. Соответственно, доход нулевой. Если кто-то что-то купит, здесь будет процент 8,5. Значит, количество народов, купивших лидов в обработке, и доход в обработке с этих людей будет также указан. А после того, как подтвердится, здесь будет уже появляться вот в этой строчке сумма подтвержденного дохода. Значит, после этого можно переходить, например, в мой профиль и там заказывать выплату. Значит, вот, например, у меня осуществляется выплата на Яндекс кошелек и на ePayments. Значит, кроме этого, здесь мы видим текущую ставку 8,5%. Также есть такая... вот запросить выплату, вот такая кнопочка, соответственно, мы указываем. Но тут минимум можно $10, и это происходит 2 раза в месяц выплата. Кроме этого, есть раздел моей площадки. Сюда можно занести, значит, ссылку на площадку, где вы выставляете эти ссылочки, где вы рекламируете, например, канал или группу ВКонтакте. И, соответственно, здесь будет одобрено или мне одобрено, ну, вот мне разрешено, например. Канал я пока еще не выставлял. Вот, пока только группа ВКонтакте. Ну, в общем, в целом, все зависит от вас. Дерзайте, пробуйте. И я надеюсь, у вас все получится. Всем пока.